Знакових арт-подій. В Музеї сучасного мистецтва Одеси сталося відкриття виставки «Art Fiction». І готовий розповісти про це, а також про головні культурні події, мій гість Семен Кантор. Зустрічайте. «Art Fiction» – виставковий проект, новий напрямок, проголошений групою «Мир», в яку входять одеські художники, які по-різному досліджують інші реальності, висловлюючи мовою мистецтва можливості нашої уяви та фантазії. «Art Fiction» працює з проблематикою уяви і стверджує статус віртуальної, вигаданої реальності, що має більш велику ступінь свободи, ніж об'єктивна дійсність. Мистецтво виступає тут в ролі навігатора в підсвідомості, де образ набуває перебільшене значення. Історія стає міфом, події, архетипами, художник сталкером, а твір – гідом по тих куточках підсвідомості, де ще не налагоджена інфраструктура туризму. Семен, вітаю нас у нашій студії, вас у нашій студії. Вже 2 тижні триває ця виставка, ще 2 тижні залишилося. Які роботи, кого саме можна побачити в рамках експозиції? Одесских авторов, достаточно известных и за пределами Одессы, уже состоявшихся художников. Ну, я буду просто вот читать, здесь написано по алфавиту, и поэтому никого не обидит, кто первый, кто последний. Сергей Нуфриев, Игорь Гусев, Игорь Дремов, Глеб Качук, Ольга Кашимбекова, Денис Каштура. Группа «Мир», Дмитрий Нужен. Не знаю, как зовут господина Перекучи, это из Черновцов, но он не принимает в результате участия, потому что там была техническая проблема, и экспонаты не добрались до Одессы. Александр Ройтбурт и Вадим Рудой. То есть одесситы, если считать Глеба Качука и Ольгу Кашимбекову, одесситами, хотя они уже давно-давно в Москве. Зрозуміла. І Сергій Онуфрієв, куратор цієї події. Сергій Онуфрієв, да. Сергій. Кожної суботи можна саме в його супроводі ще й пройтися музеєм. Це така кураторська екскурсія, так? І, до речі, він доволі легендарний персонаж арт-тусовки. Він жив у Москві. Чи правильно я розумію, що ви навіть посприяли його поверненню в Одесу? Ні. Ну, сприяли – це, може бути, легкий перебор. Мы подсуетились стать в очередь за теми людьми, которые рады с ним работать в Одессе. И вот здесь мы уже действительно посодействовали тому, чтобы это состоялось. Сергей Нуфриев, ну да, конечно, в Москве. Сергей Нуфриев такой infant terrible, да, такое вот дитя, которое, вокруг которого создалось всемирно известное течение «Одесский концептуализм». Да, безусловно, сформировалось оно, заложились основы всего этого в Одессе, но сформировалось и стало известным в Москве. Одесская группа стала известна в Москве. Но они там не растворились, и подавляющее большинство по тем или иным причинам в разное время уехали либо в Украину, либо в другие страны, в Германии Юрий Лейдерман. Вот. Но Сергей Нуфриев был таким вот золотым мальчиком в очень-очень молодом возрасте, там сложно сказать, в каком там 17 или 18 лет, который сдвинул более взрослых и подвиг и сдвинул поехать в Москву, организовал их всех, убедил, а москвичей заинтересовал вот этими одесскими мальчиками. Так что роль его очень-очень велика. Это человек, который непрерывный источник идей. Я никак не хочу компрометировать идею «Art Fiction», но должен вам сказать, вот знаком мы с ним очень давно уже, я идеи от него, и каждый раз это новое направление, слышу примерно раз в год. Каждый год он что-то придумывает, это вулкан или непрерывный источник. И все достаточно, я не иронизирую, это достаточно все хорошо продумано, достаточно хорошо и убедительно исполнено и подается.
Так що це лічність масштабу. Міфічний такий навіть, це міфічна фігура для Одеси. І в нас є невеличкий, так, невеличкий сюжет про відкриття цієї виставки в сучасному музеї мистецтва Одеси. Покажіть, будь ласка. Что вы пришли и рады тому, что вы увидите. Полный комплект одесских метров решили немножко, ну, не повеселиться, но, по крайней мере, улыбнуться или, по крайней мере, не так напрягаться, как напрягает наша жизнь обычно в будни. Я рад, что Сережа Ануфриев вернулся в Одессу. Я его знаю много десятилетий, и всякий раз какую бы ситуацию не попадал, он, все, кто его знает, знает, что он является катализатором для любого процесса. Сразу же возникает нечто новое, что-то начинает происходить. Любое направление, которое появляется в искусстве, оно всегда претендует на то, чтобы показать что-то новое. В данном направлении мы подчеркиваем именно вот этот аспект фантастический, аспект воображения нашего. Это никак не связано с сюрреализмом, это не работа бессознательного. Это работа нашего сознания, которое всегда фантазийное. Оно воображает, оно экстраполирует, оно домысливает и дополняет реальность. Реальность в том виде, в котором мы ее воспринимаем или можем воспринимать, оказывается, не состоит. Искусство – один из важнейших инструментов освоения реальности. И осваивать ее нужно с помощью, прежде всего, энергоинформационных порталов. И через какое-то время, минут через 10, начнется еще перформанс под названием «Спиритический сеанс», где я буду общаться с духами наших друзей, отошедших в мир иной. Но отошедших совсем сравнительно недавно, и поэтому еще сохраняющих контакт с нами. Одесса – это место, где сохраняется что-то живое. Возможно, что этот город будет началом возрождения человечества, которое гибнет в своей вот этой документально-бюрократическом, ну, в своем девайсе. Поле судьбы оказался в одиночестве, ошибочестве и прошло. Про виставку Art Fiction у Музеї сучасного мистецтва. І яка головна ідея у цієї експозиції? Ну, ви знаєте, дуже добре було сказано в ролике об этой виставці тільки що. Ну, от смотрите, є така фраза science fiction, да? Научна фантастика, вона какая-то така легка, да? Выдумки, меньше зауми, меньше, может быть, интеллектуальной нагрузки. А вот это вот ненаучная фантастика, художественная, да? Но это не в плане иронии или какой-то легкости. Просто люди искусства показывают, что можно фантазировать, и в ходе этой фантастики фантазии появляются совершенно другие образы, которые заставляют задуматься. Ой, какой интересный взгляд. Ой, какая интересная, ну, не столько мысль, сколько видение или видение. И так, и так. Вот. Ну, то есть вот то, что называется подкоркой. Вот такие бессознательные вещи, или подсознательные, точнее. Угу. Очень хорошо. Зрозуміло. Днями, до речі, в Одеському художньому музеї відкрилася ще й Одеська заборна виставка. Колекція була. Колекція. І ви читали лекція. Ви читали у рамках цієї експозиції лекцію? Це була не експозиція.
Это была лекция о выставке, о заборной выставке, которая была в 1967 году. И, до речі, чому ж вона так запам'яталася усім? Що там за історія? Это первая несанкционированная выставка в Советском Союзе, которая вышла за пределы мастерской, вышла, так называемым, в публичном пространстве города. И еще не осталось незамеченной. Потому что вот в Харькове за несколько лет до этого была почти такая же попытка. Но это осталось в очень-очень узком кругу. А это было замечено, стало известно далеко за пределами Одессы и даже Советского Союза. Это первая несанкционированная выставка в Советском Союзе, которая в масштабах города. Але вона була без бульдозерів, ментів, да. КГБшників. Ну, можна много говорить об этом. Почему? С одной стороны, из-за того, что Одесса все-таки достаточно легко относится в массе своей, не ГБшники или не к ночи будет сказан союз художников. Те как раз в провинции жестче, чем в центре. Вот. Но в принципе, люди в своем большинстве достаточно, во-первых, неаполитичны, достаточно политичны, с одной стороны, а с другой стороны, просто легче смотрят на жизнь. Это с одной стороны. А с другой стороны, власти еще не знали, что с этим делать. В 1967 году приходили милиционеры и как бы так вот понимали, что вроде бы разрешения нет, и как бы надо бы как-то на это отреагировать. А как реагировать, никто не знал. В 1974 уже все знали. И в Москве это была действительно бульдозерная выставка, вы абсолютно правы. С двух сторон знали, на что они идут. Художники знали, что их будут гнобить и не пускать, а милиционеры и ГБшники знали, что надо давить, ломать и сажать. Угу. А в Одессе это было все, во-первых, то, что в первый раз, и поэтому как бы никто не знал на самом деле, насколько это радикально надо себя вести, ну и вообще. Так, зрозуміло. І ви вже готуєтеся активно до наступної виставки. Це буде «Вразливий стан». 22 лютого вона розпочнеться. Розкажіть, будь ласка, це буде дуже цікаво. Навіть ми побачимо танк в піжамі. Що ще ви приготували для «Вразливого стану»? Виставка називається саме так. Ну, я, во-первых, хочу успокоїти. Танк в піжамі буде. Но это все-таки танк будет не настоящий, потому что настоящий танк нам на месяц никто не даст. Мы вынуждены делать его бутафорским сами. Угу. А происходит это все от Британского совета, который проводил резиденции английских художников в Украине. То есть, что такое резиденция? Это когда художник приезжает в гости принимающей стороне, и там в данном случае была Украина, украинская какая-то институция, и он проводит там какое-то довольно большое время, живет, вживается в жизнь страны и города, где он живет, и что-то создает. Так вот, один из англичан в Харькове, вы, может быть, знаете, нет, поверьте мне на слово, что на центральной площади Харькова перед историческим музеем стоит танк Т-34. Гордо стоит на большой подставке. Знаю, знаю. Вот. Так вот, этот художник, фамилию я точно не помню, зовут его Рикардо, очень такой остроумный, такой зажигательный парень, харизматичный, одел его в пижаму. То есть мысль совершенно понятная, что в пижамах не воюют. То есть это пацифистская такая антивоенная акция. Вот. Ну, длилась эта акция 30 минут. Вот. Но, конечно, все были в восторге от этого, кроме тех, кому полагается надзирать и не пущать. Вот. У нас это будет вот та вот самая пижама приехала к нам из Харькова и будет одета на танк опять. Но только танк мы уже готовим сами. А это будет вся выставка, посвященная отчету Британского совета о резиденциях, проведенных в 18 году в Украине, 6 английских художников и 3
украинских художника в Великобританию, в Ливерпуле, на Ливерпульской биеннале. Вот это все работы, которые созданы за это время, будут показаны у нас. Так, ну и чому саме така назва виставки «Вразливий стан»? Или, якщо російською, то це... Хрупкость. Уязвимое состояние. Да, да. Речь идет о хрупкости. Это все вокруг произведения Анны Кахиани. Вот вы видите, даже на афише написано «Фрэджил». «Фрэджил», да. Хрупкая. Но я бы не хотел сейчас рассказывать, но вот о хрупкости, о тонкости, о уязвимости произведения будет на этой выставке. Очень интересно. Відразу на думку спадає назва книги «Антихрупкость». Вона доволі популярна зараз. Ну, то... Ще не читала. Вже скачала, але ще не читала. Окей. Так, і до ще важливих таких культурних подій, які стануться незабаром, цьогоріч організатором 6-ї бієнали будете саме ви. Тобто, музей сучасного мистецтва. Ну, ви комісар бієнали. Чого ви чекаєте від цієї події і що готуєте? До речі, дуже так звучить... Элегантно, комиссар. Да. Ну, правда, наган или маузер мне не дали. И черной тужурки у меня тоже нет. Так что я не полноценный комиссар. Это если иронизировать. Вы знаете, все годы, а биеннале это уже шестая, и все годы я занимаюсь одним и тем же. Раньше это назывался организатор или координатор. А Михаил Рыжковецкий на, по-моему, четвертой биеннале придумал, или пятый, я уже не помню, придумал мне термин, то, чем я занимаюсь, ну, принятый, это термин принят на международных больших выставках и биеннале в том числе. Ну, такой администратор, хозяйственник и координатор всего и вся. Вот, ну, комиссар, одним словом. Ну, а яка тема биеннале? Кто будет куратором? Отель Одесса. Отель Одесса. Куратор... Соня Дерминайс. Я, вы знаете, у нас там большие дискуссии, как надо читать ее фамилию. Это бельгийка, достаточно известный куратор. Она руководитель и директор творческого объединения Камлот. И она достаточно известна в Западной Европе. И вот она-то, собственно, придумала проект под названием «Отель Одесса». «Отель Одесса» — это все вместе. И проблеме пространства, где мы живем, окружающего пространства, жилище, как кожа, и вторая кожа человека, и вторая, самое близкое ему окружение. Скажи, какое у тебя жилище, мы скажем, кто ты, и наоборот. И как оно защищает человека. Это одна часть. Вторая, достаточно ироничная, это намек на наш отель «Одесса» на Морвокзале, который стоит и не к месту, и не используется. И, в общем, это вызов нашей градостроительной комиссии и ситуации в целом. Он явно там не к месту, особенно когда еще и не используется. Кроме этого, отель «Одесса» — это еще и то, как Одесса — точка входа мигрантов, которые вынуждены сосуществовать и создавать такой великолепный город, как Одесса. Ведь город был, Одесса был создан мигрантами, авантюристами, мигрантами, которые приехали с разных сторон и стран, и жили вместе, находили общий язык и построили такой замечательный город. Вот такая большая-большая тема. Дуже цікаво. А де проект буде представлений? Які це будуть локації? Ну, понятно, что у нас. Это понятно. Мы хотим надеяться, что мы получим достаточное финансирование, и поэтому будет следующая локация. Это выставочный зал, по-моему, так называется, Худграфа, художественно-графического факультета Пидина, на 4-й станции Фонтана.
рядом с артиллерийским училищем, Одесский художественный музей, музей западно-восточного искусства, несколько галерей, наши постоянные партнеры, это Инвок и Худпрома. Может быть, еще несколько организаций, которые я пока бы не хотел анонсировать, потому что мы не завершены переговоры. Зрозуміло. Ну, вот так. Так, ну, то бажаю вам у всьому цьому процесі удачі, успіху. Вона не завадить, щоб все складалося гладко. Обов'язково. І ми подивимося один ролик. Це така візитівка музею сучасного мистецтва. І повернемося до студії. Семен Кантор у нас у гостях, директор музею сучасного мистецтва Одеси. Так. І, до речі, є гарні новини у вас. Триває зараз реконструкція виставкового залу. І буде така подвійна подія. 100 років Олега Соколова і відкриття нової зали. Розкажіть про цю подію, будь ласка. Ви знаєте, я навіть не знаю, що із цих двох подій... уж извините за фразу, важно, более важно для нашего города. Ну, и также для нашего музея, но для нашего города. Ну, что такое 100 лет Олега Соколова? С моей точки зрения, вот есть довольно длинный ряд известных в Украине и за пределами Украины одесских художников. Ну, вот мы говорили об Ануфриеве, вот Александр Ройтбург там был написан, Юрий Лейдерман. Есть еще несколько фамилий, которые известны по-настоящему, серьезно, за пределами нашими. Олег Соколов не так известен. Потому что он, во-первых, график, а во-вторых, потому что, ну, так сложилась жизнь, не будем говорить. Но все более и более он становится известен последние там, 10-20 лет. Все более и более Украина начинает понимать о том, кто жил где-то лет, ну, творил, сколько жил, понятно, там это можем посчитать, творил как художник, там порядка 40 лет, в Одессе. Это человек, который подвосхитил все, что угодно. И искусство для физиков и лириков. Он начинал тогда, когда это еще не было популярно. Он, это первый в советской Одессе абстракционист. Он предвосхитил то, что потом стало называться концептуализм. Он занимался оп-артом, ну, вот там, Вазарелли, известен во всем мире. Он чуть-чуть позже после него, но достаточно рано и достаточно интересно. Он великолепный поэт. Он совместил поэзию с живописью, да еще и цветомузыкой. И одновременно он был свободный человек, он единственный был по-настоящему диссидентом среди одесского искусства. Ну, вот этого всего вместе вполне достаточно, чтобы понять масштаб его личности. Он был крайне образован широко. Это первое. А по поводу зала, ну,
вот Александр Анатольевич Ройбер все время говорит о том, что у нас нет современных выставочных залов. Это действительно так. Мы благодарны нашему учредителю Вадиму Мраховскому. Он взялся реконструировать то, что у нас было. Строения, которые были во втором дворе нашего выставочного комплекса, превратить это в выставочный зал современного уровня. Угу. Он не такой большой, там где-то 110 квадратных метров всего. Но, во-первых, громадная высота, 4,5-5,5 метров. Там будет климат-контроль. Наверное, это будет впервые. Ну, в Одессе это точно впервые. Да и в Украине не так много выставочных залов, где будет полноценный климат-контроль. То есть это будет современное помещение, где можно будет проводить не только выставки, а и показы чего-либо, кино. То есть нормальный общественный центр культурный. Это очень серьезно, и мы долго к этому шли, и Вадим Марковский тоже. Вот. Как вы понимаете, достаточно большие затраты. Ну вот это все откроется, дай бог, если не подведут строители, в конце апреля или там в начале мая, выставка Олега Соколова. Вот 100 лет Олега Соколова, первую выставку мы проведем именно в этом новом зале. Прекрасно, прекрасно. То вітаю вас з цією подією, щоб все було згідно плану. Ну і ще одна виставка буде дуже цікава від Інституту Гьоте. Вона буде присвячена творам, які роблять люди з синдромом Дауна, так? Да, но только не только роблять, а ще й взаємоотношення цих людей з окружающим миром, соціумом. Потому что проблем, как вы понимаете, в этом достаточно много. Эта тема достаточно больная. Она, я очень рад, что все больше и больше люди начинают в нашей стране к ней подходить открыто, спокойно и без предубеждений. Но пока еще проблема имеет место быть. И я хочу надеяться, что эта выставка этому будет способствовать. Вот, поговорить и понять, насколько все можно воспринять по-человечески. Разумею. Гуманно, по-человечески, угу. Без предвзятости. Ну, вот где-то так. До речі, ну, а якщо говорити про творчі здібності цих людей, вони є і, напевно, великі? Конечно. В Одессе есть такая общественная организация «Солнечные дети». Вот это объединение мам, у которых дети, у детей, их детей синдром Дауна. И вот они у нас экспонировали, было одна или две даже выставки, мы поддерживаем отношения все время с этой общественной организацией, их произведения были очень хорошие и очень интересные. И особенно, когда еще с ними начинаешь общаться, с авторами, что ты там хотела сказать или хотела. Вот, очень интересно слушать и обсуждать. Ну, мы вообще дружим с этой общественной организацией, помогаем им иногда, когда можем. Ну, пожалуй, что вот то, что мы тогда показывали, здесь будет гораздо ярче, больше, ну, и современнее, скажем так. До речі, якщо говорити про сучасність як таку, як ви розумієте, чи повинно сучасне мистецтво бути зрозумілим? Глядач повинен розуміти те, що він бачить? Я взагалі не люблю слово «повинно». Угу. В нормальному чоловічому обществі ніхто нікому нічого не должен. Ну, а якщо говорити більш тактовно… Желательно. Мусить. Да. Вот, понимаете, должен – это только уголовный кодекс. Ну, или заповеди, вот их 9 штук. Вот, угу. вот это серьезно, да? 10, точнее, извините. 10 заповедей. Вот это как бы должен. А остальное человек сам для себя решает. Желательно – да. Должно ли быть искусство, желательно ли, чтобы искусство было понятно? Да, конечно, желательно, конечно, очень бы это хотелось. Но, знаете, в Советском Союзе советский термин – искусство принадлежит народу, да, а потом еще дальше, и должно быть им понято.
Так вот, должно быть понято, это не совсем к искусству, это еще и к народу. Что он должен это понимать, он должен хотеть понимать, без предвзятости. Понимаете, когда заходит высокоинтеллектуальный товарищ в зал и говорит, я тоже так могу, вместо того, чтобы задуматься, почему не совсем глупый человек такое, вроде бы такое простое детское создал. Вот. То есть вообще любая культура, и современное искусство в том числе, требует встречного движения. Не только художник хочет быть понятым, и то не всегда, между прочим, вот, но и зритель должен пытаться понимать. Не надо приходить в музей отдохнуть. Ну, отдохнуть, наверное, лучше на природе. Вот. А все-таки надо еще и помнить, что мы люди, и у нас есть мыслительные процессы, и они, в общем-то, желательно, чтобы они сопровождали ощущения от искусства. Так, і, до речі, я пам'ятаю ваш візит попередній до мене в гості у цю студію. Ви дуже чекали на виставку чи приїзд Нікіти Кадана. Да. Якщо говорити про ті експозиції, які були в 2018-му, то які з них найкраще? Я вважаю, що іменно виставка Кадана. Це событие имело громадний резонанс. К сожалению, в Україні більше, ніж в Одесі. Одеса консервативна. И довольно буржуазно. Ну, это почти одно и то же. Это следствие буржуазности, консерватизм. Но тут еще другое. То, что показывал Кадан, не легкое блюдо, не только из-за того, чтобы понять, как раз там было достаточно легко, оно страшное. Людям, в общем-то, свойственно первый момент прятаться от страшного. Угу. Одесситы это продемонстрировали на всю катушку. К сожалению, я жалею, потому что ну, многие побоялись увидеть все эти страшные вещи, страшные картины, фильмы и тексты, вот этих всех ужасов, которые пережило человечество и наша страна в том числе во время войны и после, и немножко до. И на многие, особенно если не на выставку, выставку многие ходили, очень многие. У нас прошло через выставку очень много людей. Вот. А вот на лекции, обсуждения, ходили немного. А это плохо. Как на мене це було найцікавіше, напевно. Совершенно верно. Посещаема была одна единственная лекция Сандра Бабича, я только забыл имя, господина Мариненко, или Мариненко, мы не знакомы с ним, я познакомился только во время лекции, вот, о жизни Одессы во время оккупации. Ну, эта история, она была как бы меньше было страшностей, если не считать об убийстве 100 с чем-то тысяч евреев. Вот. И народ как-то так более активно туда ходил. А вот ужасы убийств разных народов или разных слоев, там вот, крестьян, голодомор, все, что связано с Унаунсо, Волынью. Страшные вещи. Это было на лекциях других. К сожалению, ходило не так много. А в Украине вот то, что мы провели, имело большой очень резонанс. И нас поздравляли в Киеве и в других городах. Там, вот, в Виннице, во Львове. Но это Львов вообще, собственно, был нашим партнером, Львовский центр городской истории. Вот, что мы провели такую выставку. Ну, вот так. Так, і мені підказують, що у нас залишилось 3 хвилини. Що важливо ще проговорити, проартикулювати про сучасний музей Одеси? Чи що буде найочікуванішим у 2019 році? Бієнале? Хоча бієнале, так. Звісно, бієнале. Саме головне – бієнале. Я хочу надіятися, що все буде нормально. Ну і десь в ноябрі ми відкриємо якісно обновлену експозицію.
Вот, уже с учетом нашего нового выставочного зала, там немножко изменится. Вот, я хочу надеяться, что она будет новым взглядом на современное искусство. Одессы в том числе. Ну, старый взгляд на современное искусство вообще, наверное, быть не может. Ну, так вот так и будет. Так, ну, дякую за те, що ви робите. Чекаю на вас ще і ще. Приходьте частіше до нас. Дуже-дуже цікаво. І нагадаю, Семен Кантор, директор музею сучасного мистецтва Одеси, був у нас у гостях. Для вас працювала Саша Корінь. Мої колеги готові підхопити естафету прямого ефіру. Прощаюся до завтра.